это шабаш демпартии, который был устроен против меня, чтобы я несколько умерил свой пыл в масштабах общереспубликанских, чтобы партии регионов там чуть-чуть сбавила обороты. Ничего у них не получится. И я в среду собираюсь небольшой брифинг устроить в Кишиневе, рассказать про эти акции, что стоит за этими акциями, какие цели преследуются, кто дестабилизирует ситуацию в Гагаузии и чего хотят закулисные режиссеры. И все это дело я в среду расскажу.